Иринку спрашивают, 40-45 килограмм. Вот это наш нижний рынок, главный рынок города Карачаевска. Позавчера в Черкесске делала обзор рынка, а сейчас здесь. Вот яблоки. Посмотрите, я не знаю, какие они, но все по 50 рублей. Вот краснощеки, зеленощеки, яблоки. Вот эти яблоки по 40 рублей. Красивые яблоки, вкусные. Там тоже что-то есть, посмотрим. Охо, лимоны по 40 рублей. Я не знаю, как этот фрукт называется, даже еще ни разу не ела его. Как он называется? Ну, что-то такое. Гранаты. Азербайджанские помидоры 300 рублей килограмм. Ой, как вкусно выглядят. Мандарины. Какую цену мандарину? Нет. 120? 140? А гранаты 100 рублей, да? 200 рублей. А, вот 200 рублей. Я и не увидела. А виноград какую цену? 120. Мурат халайды, брокколи деген бул муду? А, не почем? Не? Цветная. Цветная капуста? А почем он? 50 рублей. 50. Лук какую цену, кызы? 50. 50 рублей лук. А вот черкесский, мне кажется, чуть дороже. А посмотрите, какая у нас морковка, вкуснятина. Вот. Для здоровья. Чеснок. Почему-то цены не написаны, приходится кричать, спрашивать. Проблемно немножко. Некоторые не хотят фигурироваться в съемках, а кричать, спрашивать неудобно. Картошка, вот что такое? Цыганка, 500 рублей. Не поняла, килограмм? Наверное, это вот ящичек 500 рублей. Здрасте. Так, а здесь вот такой лук, килограмм 30 рублей. Салам, кызлар. Салам, салам. Пойдем в эту сторону. Базар с боссом. Можно я просто, я тебе знал, мои будут цены смотреть. Попросили. Вот посмотрите, какой чеснок, дорогие друзья. И вы знаете, он не мягкий. Вкусный-вкусный. Надо купить один чеснок. Это какие яблоки? Ой, с голову ребенка. 55 рублей, 35 рублей. Вот сравнивайте с черкесскими ценами, с рынком. У нас более приемлемые. Приходите, нижний рынок, город Карачаевск. Вот такие цены у нас. Кызлабет, ты знал, моя Маурушмагс. Кардош почем? Здравствуйте. Я не снимаю, не отворачивайся. Я тебя уже в роддоме сняла, один раз хватит. Каждый раз, что ли, тебя снимать? Вот цены, посмотрите. Семена, то есть цены деми. И кызла молния месат уч. Хайдады немалыгам. Сары порошок. Не знаю, да ты. Ялла, сейчас. Куркуму. Фатима сатеет, да? Нет. Ну, я пришла уже, конец базара, дорогие друзья. Ну и цены, вот, видите, приемлемые. А здесь негде яблочко упасть. Как хорошо. А вот посмотрите на наши горы. Горы уже весенние почти. Облака какие-то суровые.